Итак, начинаем. Если хотите, вы можете подождать снаружи. Если вы не против, я лучше останусь. Я повидал на своем веку достаточно мертвецов. А, как хотите. На теле нет видимых опухолей, на правой руке сломано два ногтя. Он не видел убийцу до самого последнего момента. Он не смог оказать сопротивление. Обширная опухоль в затылочной части черепа. Пролом затылочной кости. Сильно расширены зрачки. Оба. Три ножевых ранения между третьим и пятым ребрами в области сердца. Лезвие вошло глубоко. Вероятно, удары наносили спереди и слева направо. Один удар почти перерезал аорту, другие два – левую и правую коронарные артерии. У него не было ни единого шанса. Лезвие прошло между ребрами и перерезало артерии. Вы думаете, убийца обладал познаниями в анатомии? Возможно, но я сомневаюсь, что человек с познаниями в анатомии мог бы сделать нечто подобное. Нужно быть настоящим безумцем, чтобы обречь человека на такую долгую и мучительную смерть. Это могло быть случайностью? Трудно сказать. Вероятность перерезать три магистральные артерии тремя случайными ударами ножа довольно мала, но все-таки она существует. В моей практике был только один подобный случай, по-моему, в 90-х. Все было точно так же. Три удара в область сердца, каждый из которых перерезал артерию. Тогда меня это поразило. Я все думал, как такое возможно? Это был... Как же его звали? Карстен или Керстен? Что-то в этом роде. Кирстен. Да, точно, Кирстен. Вам известно об этом деле? Пока нет, но я точно это выясню. Войдите. Добрый день. Здравствуйте, миссис Моррисон. Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста. Сейчас мы попробуем составить фоторобот подозреваемого, которого вы видели. В этом нам поможет компьютерная программа. Вот увидите, это совсем просто. Похоже на видеоигру. Вы когда-нибудь играли в видеоигры, миссис Моррисон? Нет. Неважно, вы справитесь. Главное, чтобы вы постарались и в точности вспомнили, как все произошло. В программе есть подбор нескольких лицевых признаков. Вы перебираете их, пока фоторобот не станет похож на того, кого вы видели. Понятно? Да. Думаю, я справлюсь. Окей, поехали.
Вы этого человека видели? Да. Ну, именно таким я его запомнила. Большое спасибо за помощь. Мы разошлем этот фоторобот во все аэропорты и вокзалы и раздадим всем нашим патрулям. Если этот парень все еще в Нью-Йорке, мы его найдем. Вы отлично справились. Почему бы вам не купить себе игровую приставку?